Здравствуйте, мы сейчас покажем вам наш CAT 320D насос, проверка на вашем стенде. Сначала выбираете CAT насос. И все эти параметры можно показать на экране. Здесь это модели, это какой шаг идет, это скорости. И здесь это разный сигнал. И здесь это потока. Это два можно выбрать. Здесь это скорость и угол и давление. Здесь это температура и скорость и развращение, индуктивность и напряжение и остальные. Эти четыре параметры будет проверить. Я главное покажу вам, как соединять, как поставить такой насос на вашем стенде, хорошо? По очереди. Сначала такое. Здесь это для топлива возврата на такой канал. Здесь написано pump back oil. И здесь для насос самовысаживающий. Здесь написано pump self-sectional. Здесь еще здесь клапана. Клапана на насос есть. Одна сторона здесь и другая сторона на это два канала. Здесь написано piezo, здесь написано injector, здесь соединяет. А еще здесь клапана сигнал для скорости вращения. Здесь другая сторона, это здесь написано CAT 320D. Это еще этот сама соединяет здесь. Еще здесь. Здесь это трубки высокого давления. Здесь соединяет на Comerail. Это все на насос и все каналы показал. Сейчас прямо начинаем тест мощно. Старт. И потом все автоматически. Дальше, здесь это стандартные параметры, а здесь это тестовые.
Если здесь зеленые, и среди этих два параметра, то есть это правильный насос, а здесь отсчет, здесь можно результат распечатать. Все.